Доброго времени суток зрителям и священным гостям нашего канала. С вами Росси, вы на канале Роли Гейм Онлайн. И сегодня мы с вами рассмотрим демо по игре «Дорога на восток», которая разрабатывается одним человеком. Видео о том, что вышло демо, я нашел на его официальном канале. Ссылочку я оставлю в описании. Ну а мы с вами посмотрим, что из себя представляет эта демка и вообще о чем эта игра. Значит, судя по карте разработки, сейчас у нас есть публичная демо, это значит, третий квартал 2022 года, соответственно, одна карта плюс убежище, как я понимаю. На втором демо уже будет больше карт и так далее, и так далее. То есть по этой карте можно посмотреть все стадии разработки данной игры. Ну а мы начинаем играть. Игра, кстати, сделана на Unity. Так. Ага, это у нас, наверное, тренировка. Так, первое. Добро пожаловать. Значит, здесь механики у нас разные. Доступны. Рассказывается нам об этом. В общем, будем тестировать. Так, на движение это понятно. Присесть. Угу. Наклониться влево-вправо. Так, оружие. Ясно. Угу. 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 Здесь что у нас? Ага, контейнеры, которые мы можем открыть с помощью средней кнопки мыши. Инвентарь. Контейнер сам. Наш персонаж. Напоминаю, что это демо. Так, предметы мы можем. Ага, есть описание каждого предмета брать отдельно. Или же с помощью клавиши G. Забирать их. Загребать. Ладно, не знаю. Ну, радио можно включить. Не знаю, позабирайте все консервы, что они там дают. Демо-итем. Ага, видите, свечечки можно зажигать. Оружие. Значит, ПМ5, М4А1, К416, модификация вторая, ПК62, Ремингтон, как я подозреваю, 870. И это так, ну давайте возьмем, не знаю, вот так вот, к примеру. Вот у нас автомат, а ну-ка можно его как-то, да, можно его снарядить. Так, это у нас враги. Они появляются на карте. Они появляются только тогда, когда мы, короче, уже появляемся на этом. Вы можете активировать хелспаун. Ага. Геймплей. И спаунер он, понятно. Опять же повторяется карта разработки и фидбэк просят. Отправлять свои отзывы и баги, если какие-то были найдены на специальные адреса. Так, ладно, посмотрим. Ага, там, наверное, с этого можно стрелять, да? Знать бы, как его еще взять в руки. Это все дело. Use. Drop, destroy, name, type. Ладно, давайте разбираться. Короче, пошли вперед на карту. Не обращайте, кстати, на мой маленький PS внимание. Так, Нари, ну хорошо. Вот посмотрел бы я обучение, как это все выбирать. Было бы сейчас проще. Есть у нас жизни, тело, это, наверное, я думаю, усталость. Ну, красивенько, симпатичненько в таком сеттинге. 4 евро стоит картина. Так, можно взаимодействовать. Ага, пустые, сразу видно, что пустое. Ясно, туда как-то можно. Трансфер, к примеру.
Тоже тут трансфер. Есть вес у нас. Тут все пусто. У нас звук. Мы какой-то издаем 12,2. 30. Ой, 13 килограмм у нас занято. Все можно лутать. Прикольно, в принципе. О, в рефрижераторе у нас есть. Так, use. Нельзя, да? И так нельзя переносить. Может, с помощью... Нет, это мы закрываем. Я вам включил какую-то хрень. Ага. У меня на дополнительных клавишах на мышке есть лазерный как указатель. Это чтобы типа как прицел и фонарь. Пусто. Холодильник пусто. Все это можно полутать, посмотреть. Как бы это все забрать, было бы интересно знать. Так, это наш персонаж. Есть у нас тут еще, значит, разные, как я вижу, состояния наши. Стресс, шок, гипертония, температура, в общем, понятие температуры, стамина, понятно, выносливость, энергия, сон. В общем, прикольно. Так. Было бы еще прикольно, если бы я, конечно, дрочила бы разобрался, как оружие выбирать. Это было бы вообще классно. Но мы всегда можем вернуться на Women's Spot и посмотреть. Посмотреть, что я упустил. Вернемся к оружию. Итак. Для того, чтобы, значит, надо его взять. Это понятно, да. Перенести в инвентарь. В лот. Потом мы можем с помощью единицы или двойки выбирать. Ну, это primary. Secondary, ладно, давайте так попробуем. И что-то я хочу его, короче, использовать, и ни хрена. А, это фильтры. Это фильтры, как я понимаю. Вообще, я не могу его перекинуть никуда. Еще раз посмотрим. Ну, с помощью скролла мы можем. Странно, единицу, двойку нажимаю, ничего не происходит. Хотя оно у нас есть в инвентаре. Ладно, давайте все оружие тогда позабираем, что тут это есть. Нет, это не нам. Да. Но мне кажется, из-за того, что я все это понабирал, я теперь буду плохо ходить. Так, ладно, дроп. И ничего не происходит. И что самое главное, я не могу его не выделить, ничего не могу с ним сделать. Это печально. Знаете, ребятки, это печально. Зато я могу менять сутки. Вот ночь, к примеру, как оно все ночью выглядит. С фонариком, вот свет. Прикольно. Ничего вообще не происходит. Не знаю, это как, знаете, как разработчики говорят, это или баг, или фича. Ладно, видим на улицу, пробежимся по локации, может быть, заспавним бота, хотя смысла у нас нет оружия. Тем более у меня ничего нету. Ладно.
Побежали дальше смотреть, что там есть в домах. Главное, что мы можем прыгать. Немножко запыхались, пока бежали. Что-то он такой спортсмен, как я. Никакой. Пробежал 200 метров и... Телечку включим. Пробежал 200 метров и начал задыхаться. Прикольно так все сделано. Даже очень. Знаете, так все по-домашнему прям. Ух ты. Неожиданно. А ну можно в окно залезть? Нет, нельзя. Но было интересно, можно ли через окна запрыгивать. И причем оно у меня подсвечивается, блин, но я ничего не могу с ним сделать. Мне вот это так дико не нравится. Я понимаю, это или я туплю, или баг какой-то. Что самое главное, оно выстраивает по правильному. Ну, то есть там можно по типу, по звуку, по весу, по названию. Ну, а дальше все. Ладно, если трансфер. Интересно, как оно перекладывается. Да и здесь ничего, ни кнопки не работают, не знаем. Так, фильтр, фильтр, фильтр. Позиция оружия. Камера. Прикольно. Давайте, может, АИ спавним. Меняется. Только меняется время в игре. Ночь, день, утро, вечер. Ну, анимации, конечно, взаимодействия нету, в том плане, что там нету, что он берет спички, там чиркает, кидает их, поджигает, но я считаю, что вообще реализация очень хорошая для человека, который делает игру не для коммерции, как он говорит, а просто для того, чтобы люди могли играть и был какой-то, ну, обратная связь. Все то же самое, короче, ничего не могу отсюда взять. Так хотелось бы. То я считаю, очень даже не дурно, очень даже неплохо. Всегда радует, когда вот ребята, ну, самореализуются, придумывают новое, что-то новое. То есть это не мегакорпорация, которая заточена по то, чтобы только высосать с вас деньги на всяких лутбоксах и прочем. Вот мы сейчас можем включить радио. Он что-то поймает. Эвакуация района началась. Посторонних людей просят держаться внутри помещений. Положение на границе очень тревожно. Никто не знает, что происходит на самом деле. Вот так вот, ребятки. Такую музычку. Посмотрим, что здесь есть еще. Костер трещит, музычка играет. На границе положение не очень. Ах, был бы у меня пистолет. Ну, как бы он у меня есть, но не могу его взять. Я бы сейчас с него пострелял бы. Бомбезная песня, послушаем. Ну,
Добавим дождя. Дождь не идет, в здании уже хорошо. О, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А оружия у нас нету. Кукусики. Я тебя вижу. Вообще, ему повезло, что у нас просто нету пушки, ребятки. Мы с ним сейчас разобрались на легкую. Где ты там? Смотрите, как он двигается. Он двигается как определенный человек с определенной подготовкой. Пойдем к радио и будем ждать его здесь. Под музыку. Вот так вот. На этом, ребята, закончим осмотр данной игры. Вы, как видите, у меня ни хрена не получается выбрать почему-то оружие. Думаю, у вас это обязательно получится. Если получилось, пишите в комментариях. Игра доступна для скачивания в Steam. Она бесплатна. И модель распространения в будущем тоже бесплатная. Спасибо за просмотр. Если вам понравилась эта игра, обязательно поддержите автора канала на Патреоне. Я имею в виду разработчика игры, не меня, меня не надо. Ну и, конечно же, до скорых встреч и всем пока-пока.